Всем привет, с вами Саня 69 Full, это прохождение игры Dragon Age начало. Тут у нас тут комодик, если мы ищем его комод. Еще один посох послушника. Хорошо. И вон еще один комод. Много комодов, хорошо, хорошо. Так, потом надо будет найти рецов и сделать себе немножко зелий. То есть не рецов, а регов. Тут они тренируются. По магии, маги тренируются, то есть... Книга. Так, книга может 50 нам опыта дала. И сведения о тени. Тут они соревнуются. Пробивание защиты, типа. Так, ученик, еще одна книга. Сколько ж тут книг-то? Нам-то в пользу. Как раз. Входим в дверь. Так, перешли. Теперь идем к выходу. Я имел в виду не к такому выходу. Идем, 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 идем. Так, спокойно идем, поворачиваемся в бок. Вот, тут нас ждет Ивован, или как его звать. Так, пропускаю, 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 как всегда. Тут нас ждет Дункан, потом с ним познакомиться получше. Так, теперь у нас квест дойти до какого-то там фига, не помню, кого-то дойти. Бежим. Или отвезти Дункана, во. Он сам не может, типа, заблудиться. А мы прям такие, знающие эту местность, прям только попали в этот город, сразу. Тут к нам квест бежит. Иован. Сейчас будет с ним такая классная дорожка, такая, тьфу, дорожка, квест с ним прикольный такой будет. Так. Мы попытаемся его, типа, как бы сказать, для него устроить побег и вместе с ним убежать. Сейчас берем квест один такой, начистку чего-то там. Так. Вот. Тут шкафы по 50 опыта, это очень хорошо. Алтарь. Книжка. Андрасте. Андрасте мы узнаем потом, кто такая. Андрасте — это жена создателя. Создатель сами тоже узнаете, кто потом. Так, возьмем еще один квест. На чистку подвала. Вот. Вот кого увидим. Она нам тут говорит, тебе что-нибудь нужно, типа, отрицает, что мы не можем ничем помочь. Потом в конце же все-таки соглашается. Хорошо, я займусь этим. Так, заходим. Зашли, у нас тут такая пещерка. Сундучки стоят. Клубок ученика, это уже хорошо, у нас теперь сейчас будет. Только выглядят они тут, я скажу честно, очень, как-то мне не очень нравится. Очень как-то мне не очень нравится. Странно, ну ладно. Так. Одеваем. Аж забыл, на какой инвентарь. На И. Просто наигрался в WoW. Забыл, какой инвентарь. Так. Странно, я сказал, выглядит. Одеяние мага одеваем. Оно чуть-чуть изменено. Так, идем дальше. А, у нас еще обульнеет был. Кстати, заметьте, это у нас потом все берут. Так. А амулет у нас и так хорош. Значит, нам он нафиг не нужен. С кем же мы будем здесь сражаться? Сейчас увидим. Так. Пойдем этой дорогой. Хотя отличий никаких нет. Вы все равно пройдете круг. Паучки. Вот такие вот маленькие-маленькие паучки. Ой, зачем я на него это кастанул? Он взорвался кровью, потому что у него кастанул это, что он взорвался кровью. Так, сейчас у нас еще два паучка будет. Или у меня глюки. Нет, два. Вспомнил я. Топ-дняк два.
Пошла, ждем, пока манна установится. Тут еще один пучок. А, не два. А, не, вот, да, два. Второй, вот. Так, два не умерли, с них может быть лут. Надо подождать. Так, гигантский паук, с него зелье Ирюма как раз, которое нам нужно для манны. Одно здесь плохо. Тут, если вы играете, например, рогом или варом, то зелий пока что этого нету. Как называется? Забыл. А, зелий выносливости нету. Они появляются только в дополнении. Дополнение официальном, то есть даже не дополнение, а новой игре. Dragon Age начало пробуждения. Там как бы... Ой, еще один паучок. Там они как бы больше нужны становятся. Там добавляются новые скиллы всякие. Ну, короче, чисто новая игра. О, молодец, мужик. Реально красота. Так, теперь ждем, пока у него будет лут. И дальше идем. Тут у нас будет паучок. Очки. Ой, не скастовал. Они могут скриптами атаковать. Ну, скриптами это, то есть, просто атаканут, на вас залезут и будут вас насиловать. Да. Странно, конечно. Тут у нас тяжелый... один к магии. Так. Сокеты нельзя вставлять. Это мод, который не убирается. У меня раньше игра просто в модах была. А все равно рунка этому нету. Так что, считать то же самое, что обычное. Ой, как хорошо попали-то. Так, фигачим его. Убиваем паучка, обыскиваем кокон. 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 То есть не обыскиваем паучка, обыскиваем кокон. Убиваем паучка. Так, и мы почти пошли, подошли к уже... Вот сейчас будет два паучка. Так, два это уже что-то. Два это много. Надо, значит, тут сначала бафаем 3. Ходячая бомба. Теперь бафаем это. Бафаем это. Теперь используем зелье. Теперь ждем, пока КД всех скиллов пройдет. Фигачим этого паучка. Так, мы тут чуть не задохли. Это все хорошо. Таких моментов в игре очень много. Там будет труднопроходимых. Да, половина игры труднопроходимые. Особенно на кошмарном сне. Такая сложность. Так, вот мы прошли круг. Сейчас еще два пушечка будет. Кажись. В крови мы все такие, маг кровяной. Так. Объясню смысл того, что я пропустил разговор. Ну, имею в виду, когда маг крови с этой, с теткой, типа, хотят они сбежать от того, что их тут держат, им тут не нравится, хотят сбежать через подвал. Мы, типа, сейчас ищем жезл, то есть, и, да, ищем жезл какой-то там, который прожжет дверь, там такая дверь электромагическая, который прожжет дверь, и мы сможем пройти дальше на свободу, типа. Сейчас мы выполняем квест такой, для того, чтобы нам эта тетка дала разрешение на жезл, который мы потом отдали усмиренному заведующему складом. Так, мы вошли, вот, усмирен... О, вот, да, я очистил склады. Так, теперь у нас задание обновлено. А нет, так у нас не получилось, кажется. Придется говорить Ивовану, Иоанн, или как он там называется, я забыл. Мужику главному, который... Нет, усмиренному, я уже запутался просто. Усмиренному, так. Говорим усмиренному. Типа, так и так... Теперь идем опять к магу. Наверное. Если она нам даст запрос, то есть, не запрос, а этот, как его? Как же он называется?
письмо о том, что можно использовать золотой жезл, то мы сможем сразу получить золотой жезл. Только вот, блин, какой-то странный круг навернул. Ладно, с магом встретимся в следующей части. С вами был Санчес, до встречи.